В Санкт-Петербурге местные рыбаки спасли истощенного детеныша серого тюленя. Его обнаружили на берегу Финского залива. О находке сообщили фонд друзей Балтийской нерпы. Его вес составлял около 15 килограмм. А, ну, при нормальном весе у этих животных для начала самостоятельной жизни должен быть около 40 килограмм. Дефицит веса у тюлененка возник из-за того, что он был разлучен с матерью и лишен пропитания. Сейчас малышу от 3 до 4 недель. Специалисты фонда поймали тюлененка, согрели его под одеялом и накормили. Затем малыша доставили в Центр спасения тюленей, где его осмотрели. У этого тюлененка, например, был рыболовный крючок под ластой, в мышечной впадине, прямо воткнулся в кожу, мы его удалили. Тюлененка планируют откормить за полтора месяца и выпустить на свободу. Вероятность обнаружения детенышей тюленя и нерпы повышается из-за таяния льда. Таких животных нельзя трогать. Следует сразу обратиться к специалистам фонда друзей Балтийской нерпы.